В новом сезоне мы готовы удивлять. Программа «Новый день» возвращается после продолжительных летних каникул. Старт состоится уже завтра, 1 сентября. Наших телезрителей ждут интересные рубрики, новые лица и, конечно же, удивительные гости. Затем, как трудится творческая команда, наблюдала Наталья Хмелева. 3, 2, 1. Доброе утро, наши дорогие друзья и телезрители. Очень рада вас приветствовать в нашей студии. Нет, не так. 5 раз в неделю, 4 раза в сутки заряд бодрости жителям Иркутской области придают ведущие утреннего шоу «Новый день». И все это на протяжении практически всего года, за исключением летнего периода. В это время большой творческий состав программы уходит на каникулы, но работа над ее созданием не приостанавливается. Творческая команда программы «Новый день» позволила себе отдыхать только в июне. В июле уже начали различные переговоры с нашими партнерами, обдумывание интересных идей, а в августе уже вовсю стартовал съемочный процесс. Ловили погоду, искали интересные локации и старались удивлять и удивить наших телезрителей. И вот спустя 3 месяца вновь плотный съемочный график. И стоит отметить, что над созданием каждого выпуска ежедневно трудится серьезный штат сотрудников. Журналисты, операторы, монтажеры, редактор и, конечно, те, кто так полюбился телезрителям, ведущие. А их, напомню, 3 пары. Ну, я могу сказать, что мы как ведущие, как команда «Нового дня», мы одна большая дружная семья, у нас есть, как и у всех, рабочий чат. Ну и прежде всего мы договариваемся, кто в чем будет одет, как мы будем вести программу, обсуждаем заранее сценарий, после того, как мы приезжаем уже в студию, обсуждаем этот сценарий после записи эфира. Мы можем разговаривать о своих ошибках, друг друга учим, потому что в наших интересах быть еще лучше с каждым днем, с каждым годом, приходить отдохнувшими в новый сезон. Зарядить зрителей положительными эмоциями на весь день – непростая задача. Веселая и непринужденная атмосфера должна царить и на съемочной площадке. В этом помогают весельчакам Актиса и жителям нашего региона. Ежедневно в студию «Нового дня» приходят самые различные гости, истории которых трогают, удивляют и заставляют задуматься. Гости, на самом деле, это самый любимый отрезок моей программы, потому что они всегда приходят с удивительными историями, которые в самую душу. С какими-то гостями я сопереживаю, с какими-то гостями я улыбаюсь и смеюсь от всей души. Чем еще интересны гости? Тем, что они рассказывают всегда о том, что происходит в нашем городе, да не только в городе, и во всем регионе. Приходят спортсмены, которые показывают и рассказывают свои достижения, от этого еще больше гордишься нашими жителями. В общем, гости – это те люди, которые оставляют огромный след в моей душе и отвлекаются, я думаю, даже уверена, что всем нашим телезрителям. До запуска нового сезона остаются считанные часы. В этом году телезрителей «Нового дня» ждет множество сюрпризов, а именно миксы самых актуальных новостей и ценных советов, кулинарные рецепты, ответы жителей города на необычные вопросы, гороскоп и множество всего другого, что поможет начать утро во всеоружии. Наталья Хмелева, Дмитрий Новопашин. Местное время.